Если президент говорит, что больше никаких друзей, бизнес-партнеров не будет назначено на государственные должности, значит, прежде при его президентстве это происходило? Так выходит? Но посмотрите на все его окружение. Смотрите, у нас есть классная поговорка. Был бы я такой умный, как моя жена 20 минут спустя. Ну, прошло 5 лет. То есть он понимал, к чему это идет. Ему было это выгодно. Это отец коррупции в нашем государстве. И понятно, что в первую очередь доверенных лиц он ставил на особо хлебные места, такие как Укроборонпром, учитывая сумасшедшие бюджеты, продиктованные необходимостью противостоять агрессии. Да, мы помним, насколько завышались затраты, да, я не могу назвать это инвестициями, да, на ВПК, на содержание армии. То есть это колоссальный бюджет, на котором, да, в результате всех расследований мы видим, что были украдены миллиарды. Поэтому, естественно, он ставил туда для себя понятных людей. И эти люди, в первую очередь, да, на сегодня не наказаны, являются всего лишь его руками. И первую руку, которую надо отрубить, нужно отрубить Петру Алексеевичу. Ну, это его было мнение. И по поводу того, что больше не будет. Вспомните, когда назначали первого генпрокурора, он что говорил? Что надо посадить трех друзей, только он их не посадил, а назначил. По сути, он всем раздал вертикали, потоки, посадил направления. Посадил руководящее руку. Кресло, абсолютно, а не в тюрьму. Поэтому все, что сейчас происходит, это жалкие оправдания. И я уже говорил, да, я Зеленскому посоветовал не выходить на дебаты. Следующие дебаты, которые должен вести Порошенко, должен вести с новым генпрокурором. Потому что вопросов масса. И если мы не накажем эту власть, то следующая будет еще хуже. Поэтому первое требование и к новому президенту будет все-таки поставить точку в тех расследованиях, которые ничем не закончились, да, в течение 5 лет. Майдан, 2 мая Одесса, 9 мая Мариуполь, Дебальцево, Иловайск и многие-многие другие вещи. Плюс, естественно, коррупция действующей власти. Если власть останется безнаказанной, следующая будет точно так же беспредельной. Но тут запрос от украинского общества на эту справедливость, о наказании виновных в коррупции или в других преступлениях будет очень высокий. И с этим запросом нужно будет считаться Владимиру Зеленскому в том числе. Если он будет вести самостоятельную политику.